Всем привет! Сегодня с вами снова я, Владимир. И это очередной полезный видеоролик у меня на канале. Сегодня мы поговорим о звуке, о его качестве и о том, как делать качественные аудиозаписи на вашем мобильном телефоне. Кстати, сейчас вы слышите мой голос, записанный с помощью приложения Dolby On. Это новый продукт от компании, подаривший нам Dolby Stereo, Surround и Atmos. Короче, просто сходите в кинотеатр. Они лидеры в области обработки звука, звукозаписи и звуковоспроизведения. И теперь их технологии доступны на вашем смартфоне совершенно бесплатно и без рекламы. Нужно только зарегистрировать свою копию программы и подтвердить адрес электронной почты. Что может Dolby On? Это не только сверхкачественный диктофон для записи голоса или музыки, который поддерживает запись звука без сжатия, lossless формат, но это еще и инструмент, который позволит вам стримить видео на Twitch, YouTube или Facebook. С хорошим звуком вы запросто можете устроить музыкальный концерт без дорогостоящего оборудования, просто с телефоном в руках. Алгоритмы Dolby автоматически подстроят все параметры записи звука под ваш гаджет, чтобы получить наилучший результат: шумоподавление, изменение тональности, усиление голоса и наложение эффекта эквалайзера на вашу аудиозапись в режиме реального времени. Кроме этого, здесь есть еще музыкальный проигрыватель и видеокамера. И мы начнем с камеры, так как здесь минимум настроек. По сути, это инструмент для записи видео на концертах или, например, своего друга Васи, который решил сыграть на гитаре на чьем-то дне рождения. Но вот если качество видео получается довольно средним, то звук выше всяких похвал. Мне остается только понадеяться, что Dolby Labs прокачает свою камеру и добавит в нее какие-нибудь фильтры или эффекты. И на десерт. Плеер. Звук, который он выдает, просто офигенный. Песни, которые вы слушали по много раз, приобретают совершенно иное звучание. Очень круто. Вот очень. И очень стрёмно. Да что ты, черт побери, такое несешь? Как так, спросите вы? Ты что, головой ударился? Нет, сейчас объясню. Диктофонная запись занимает очень мало места, и поэтому Dolby On может обрабатывать звук в режиме реального времени, чтобы пускать его на трансляцию с минимальными задержками. Мощностей современных смартфонов хватит за глаза, но вот чтобы обработать музыкальный трек, который весит 6,5 мегабайт, программе требуется около 30-40 секунд. То есть вы не можете просто взять, установить Dolby On и начать слушать свою любимую музыку. Ее придется импортировать в плеер. И чем больше места занимает трек, тем дольше будет происходить его обработка. Это прям фейл. Я не думаю, что в Dolby Labs работают дураки. Как мне кажется, на текущий момент это единственное возможное решение в сфере мобильных устройств. Но звук получается очень классным. Прям не оторваться. В любом случае, лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. В нашем случае хватит и 5 минут. Ссылка, как всегда, в описании под видео. Ну а мы с вами услышимся в следующем видеоролике.